И сейчас рентген в сети. А я готов. Нет, ты... Блин, меня без звуки на заднем плане. Ну он телек смотрит, что нельзя что ли? Нельзя. Авторские права. Да, отвините это. Вам дадут. У Айденчика ВК. Да у вас у всех есть ВК, алё. Просто кажется, то, что это у меня там что-то кто-то прислает сообщение. А хотя кому я нужен? Я даже знаю, что надеешься, что тебе кое-кто напишет. Из-за этого тебе и слышится, что это у тебя. Давай, быстрее, алё. А ему никто не пишет. Ну. Ты куда полез? Полетели, я буду главным, ладно, шутка. Я пошутил. Алё, я пошутил! 10% вышли из-под контроля. Да-да-да, плюс. Может, ты сядешь? Может, ты сядешь? Спасибо. Спасибо за сотрудничество. Давай, полетели. Полетели. Ромчик мне должен. Нет. Да, ты мне должен. Я могу дать тебе задание на 2000 рублей. На 2000 долларов. Не, долларов это слишком много для тебя. Ты еще не вырос для такой цены. Марк, знаешь, ему 2000 рублей много. 2000 копеек. 2000 копеек. Это... Марк, а, ты чё? Ты... Выход из... Алло, мы сейчас... Да я просто перевернулся. Спасибо, капитан очевидности, я не знал. Нет, мы не перевернулись, ты чё? На самом деле мы... Ну, чуть-чуть скривил вертолет. Что такого-то? Ну, бывает, с кем не бывает, да? То есть нам нужно по стелсу пройти эту херню. Но да, блин, как это нам сделать? Никак, никак. Ты сейчас опять спустишься, сейчас... Не прыгай! Я это запечатлил. А, и ты умер, да? Да. Зато я спустился. А чё со стримом? А, вот всё, стриможем. Ян, ты молодец. Одна. Я знаю. Да. То есть, как он меня увидел-то? Че, все потрачено? Да. Я такой захожу, он сразу на меня смотрит. Не, ну кстати, неплохо, я по 1000 долларов фармлю на этом. Это мало. Значит, то есть тебе еще и деньги даются? Да, мне 1000 долларов дали. Почему мне не дают деньги? А, потому, я знаю, короче, потому что типа он рядом с этим. С главой компании постоянно находится. И, короче, ему постоянно каждую минуту, либо две, ему начисляют по 200 опыта еще. Да ладно. Не, он получает деньги за здание, я их не получаю. Да. Он за прошлый подготовительный получил деньги. Ой, а ты нет. Знаешь, короче, он а типа тебя охраняет. Я получил 20к, а он ничего не получил. Я ни разу ничего не получал, кроме основных заданий. Потому что он... Ну, короче, он типа твой напарник, и он тебя охраняет, и поэтому получает. Я новичок, ёп. Он не нужен. Вот давайте мне самому деньги, я все сделаю. Пиздёшь чистой воды. Не смотрите сюда. Чё он орёт там? А, ага, я понял. А у Терри мне ноль дали. Да, потому что у нас был быстрый перезапуск. А сейчас я не пойму. Сейчас я думал, как это сделать. Сейчас я начал убить охранника. Марк, у тебя есть что-нибудь с глушителем? Нет, я же новичок, мне ничего. Проверь, мод, тебе выдали оружие с глушителем. А, ну у меня винтовка-то есть, но я не знаю, с глушителем или нет, сейчас посмотрим. Проверь. У тебя должно быть что-то с глушителем. Да, вон у тебя есть глушитель. А, ну все тогда. Короче. Смотри. Я убиваю охранника на парковке, ты убиваешь охранника, который слева. Который слева это какой? Сейчас я покажу.
Не выпади. Ну, я не ты. Я так не упаду. Как ты упал. Я вообще хотел, чтобы это не упасть туда. Я пытался это выпрыгнуть. Ну. А вот я упал. Короче, смотри, он вон там стоит. Слева, да, от тебя? Да, вон он. Его убить надо, да? Да, когда я скажу. На счет три. Раз, два, три. Минус. Так, тихо. Там камера, кстати. А, это не глушитель! Это как раз не глушитель был. Ты вырубил камеру? Все, найс. Да. Я понял, это оказывается не глушитель, это был дульный тормоз. Марк, и сюда. Я правого, ты левого. Подожди. Где? Ты левого. Значит, три. Раз, два, три. И дверь закрылась нормально. А он выжил, что ли? Или это камера там? Красная. Это камера. А. Если бы он выжил, то там было. Блин, у меня чешется рука. Ну так. Так, где ты там? Марк, готовься. О, тихо! Будет... Давай, что это, ты? Подожди, я... Всё, нет. Ну что, знаешь, он даже... Знаешь, возле него убили человека... Ну, и он идет будет. Спокойно, да? Да. Да. Насрать. Я немножко не понял сейчас прикола. Он глупый немного. Так, готовь стрелять в начальника. А где он? Он что выйдет? Вот. Вон он. Я, короче, мочи этого главного, я мочу второго. Нихера ты мне. Алло! Найс. Вот все приходится за тебя делать. Да вообще. А, куда идти? Не сюда? Ладно, пошли туда. Вон туда нам зеленая метка, алло. А надо я забрать коды, туда. Сейчас заберу. А, я же забрал, ладно. Ну давай быстрее. Я же забрал. Все. А! Чё? Вот как? Значит, нам быстрее это надо делать, что ли, или что? Не знаю, да, мы же вроде всех уложили. Нет, там еще были. Ну, там еще были, но... А вот там не они было. Просто пришли к трупам и запалили. А знаешь, это как тогда возле него убили человека. Да, да, пошел, да. Значит, нам быстро надо действовать. Окей, здесь даже пофигу на быстрое. Хотя, да, быстро. Тут трупы-то нельзя убирать, так-то можно. Короче, нам сейчас он, в принципе, не синхрон, потому что я просто не заметил то, что у меня не глушить, а дульный тормоз. Это немножко разные вещи. Да ладно. Спасибо, Марк. Да не за что. Я старался. Я сейчас на голову настрою. Очень интересно. Да. То есть... Теперь мы просто... Да, давай. Идем дальше. Да блин. Я хотел убить. Так, где там будут, я забыл. Так. Ты что делаешь-то? Ай, убей его. Он тупой. Он тупой, алло. Ему без разницы, знаешь. Понимаешь? Перед ним убили человека, он спокойно идет. Вот у него пули нет, он спокойно идет. Нормально. Мне это нравится. Он даже не деранулся вообще никак. Понимаешь? Это логика, это логика. Я просто пуля пролетела, еще твоего напарника убили, да? Фиг с ним. Ой. Алло, он вы... А, нет, все, он умер. Заберите у охранника коды, давай собирай. Только как можно быстрее.
Пошли. Там камера. Там два чувака. Давай на счет три. Я право, ты лево. Раз, два, три. Камера. Ага, найс. Так, а нам куда? Нам все обойти надо? Да. И вон там чувак. Где-то. А, нет. Не здесь. Че, где он? Пройти-то. А, вот здесь. Найс. Нам сюда. А-а-а. Там стоит, там где-то есть камера. Просто не вижу ее. Но она не на нас будет смотреть пока что. А, она там. А. А вот сейчас будет сложно. У вас. А что там будет? Там будет сервисная. Вот. Если мы по той же тактике. Стреляем тихо. No problem. Так. Ты, Марк, видишь? Так, вот с этого минус надо. Тут никого больше нет. Это чё, это? Майнить будем? Да. Я ничего на монитор сломал. Марк, осторожно только. Там справа, готовься, сейчас пойдет. Так, пошли на ДЦ, пошли. Там будет что. Найс. Ой. Я сейчас нам жопу, Марк. А вот теперь побежали быстрей. Марк, беги, 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 просто. Пофигу на все. Вот теперь, Марк, пофигу на все, просто беги. Бегу. Просто беги. Не обращай ни на что. Так, давай к серверу Д. К серверу Д. Д. А, блин. Короче, сейчас по-быстрому объясню, как... Бля, меня постреливают, ГГ. Ща я сюда пойду. Короче, на родном соединяю. Ай-яй-яй-яй-яй! Меня сейчас убьют. А, блин, конечно. Вот песос. Да, я угадал. Все. Так, сейчас попадайся. Тебя убили, что ли? Да. Я только подошел, меня там встретили. Я в укрытии, я пытаюсь не умереть. То я чуть не убил. Окей, сиди в укрытии пока что. Бля, короче, скажешь, сейчас я зайду вот сюда. Все, найс. О, там копы уже сейчас скоро будут. Так, давай быстрее хоть как-нибудь. Ай-яй-яй-яй, нет! Нет! Меня чуть не убили. А. Ну что ты делаешь? Все, сейчас я подгрузил. Давай, сейчас практически. Сейчас, Марк, пытайся помочь. Да я убежал-то от них. Ну все, я восстановил ХП. Ай. Короче, я тебя жду. А ты как пошел? Я еще никуда не пошел, я тебя жду. Ёперный театр. Ну я сейчас просто бегу. А, ты уже бежишь? Ну все тогда. А, ну да, у меня кончились бронежилеты, как я говорил. Зря я их не купил. Че, а, вот. Побежали. Просто беги, беги, не останавливайся ни на что. Просто. А если меня будет стрелять? Чел прямо около меня. Вот, ну, например, как и сейчас. Минус. Продолжай бежать. Короче, беги за мной. Ну, можно я за тобой, конечно. Все, побежали. Минус.
Жалька. Так, а у нас да, там? Держи. Пошли, 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 пошли. Так, Марк, давай начинаем взлом. Я буду тебя открывать. Чё, здесь? Да. На Е нажми. Подожди, подожди. И? Просто на рандом соединяй. И нажимай Tab, когда все соединишь. На рандом? Да, на рандом. Ага. И что будет? Нихера? Они должны соединиться все в правильной последовательности. Нифига вы живучие. Ну. А. Для этого нажимай Tab. А-а-а, понял. Все понял. Все понял. Все, я угадал, лол. Я со второго раза угадал. Остался Б. Ну, успех. И дальше у нас чекпоинт будет. А, ну все тогда. Все, Марк, сейчас я взломаю Б по-быстрому. Ага. Давай. Тут пока никого нет вроде. Я с первого раза все угадал. Лоу, я со второго угадал. Понимаешь, это... Ай, вот он! Минус. Все, убил. А вот теперь этот спецназ, пошли быстрее. Да. Спецназ это уже херово. Знаешь, Марк, да здесь. Ова. Бежим, бежим, бежим. Бля, там впереди спецназ. Просто беги. Не оглядывайся на что. Ага, меня сейчас грохнут! Дай отрегениться. Меня. Если я побегу, меня еще грохнут. Вот здесь еда, Марк. А, да? Точно. Да. Сейчас. Марк, не стой в проходах. Заходи в сервера. Сервера. Окей. А, меня еще убьют! Пиздец. Он сзади подошел, убил меня. Долбы. Его там не было, он просто взял меня и грохнул. Вот спецназ рака. Вот как спецназ рака ты. Ракат. Кстати, вообще, где мы? Почему он под... вот там, а не в другом месте? А, почему где-то... Спрашиваю у разработчиков. Значит, пожалуйста, скажите то, что я сейчас не буду... Мы не будем заново ломать сервера. Мы будем заново ломать сервера. Марк, если мы его заново ломать сервер, то будет шопа. Поэтому, а если мы больше не будем взламывать сервера? Я тоже на это надеюсь, но... Мы будем взламывать, да? Да, пошли, 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 пошли! Убегаем, мы просто в разных концах, поэтому беги на середину. Я бегу к желтой метке. Ну вот, как раз середина. Нам просто надо убежать. Там просто надо хотя бы одному дойти до выхода, если не ошибаюсь. Все, я на середине. Сука, меня сейчас убьют. Держись. Да ты умри! Все, я добежал! Поднимайся быстрей! Давай, 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 давай! Я... Одно хп, одно хп! Просто одно попадание, я умру! Есть! У меня вот просто одно Таймар, хп! Знаешь, это намного быстрее, чем мы с другим человеком. А-а-а. 60 уровня проходили. А, точно мы... А, это еще не все, Марк! Быстрей сюда, быстрей, 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 быстрей! А, мне, блядь, уже... А вон он, блядь! Марк, сядь! Сядь, Марк! Да на садись! Он тупой. А. Молодец. Да нас с двух сторон кружили. Ой-ой-ой. А. Марк, сразу же садись. А чё, а почему это провалено? Потому что меня тоже убили. А-а-а. Или, пожалуйста, не нажми продолжить. А я нажал? Page up нажимай только. Я не нажимал Enter вообще. Я даже... Подожди, мы опять бежим, что ли? Вы издеваетесь? Ну что за херня? И... Пожалуйста, Марк, только не умирай. Но в прошлый раз я не умер. Ну, я почти умер, но выжил.
Нам просто надо добегать. Вот хрен ли им нужен? Зачем они вообще на нас напали? Действительно, знаешь, сломали это государственный сервер, ну что на нас напали-то? Ну. А чё мы такого сделали? Взломали сервера всего лишь. Да, кстати, знаешь, обычно там взломывают это. А, меня ещё убьют. Сука. Да блять, пиздец. Просто со всех сторон меня. Блин, ну как. А, здесь один просто выпал. Вот. А ты в меня не попадешь. Все, я добежал. А, да, все, я добежал. Сука, а ты в меня не попадешь, петушок. Не, он просто там меня стреляет. Пойдешь в меня, петушок. Дура. Поехали. Почему у нас там не писался чекпоинт? Я не знаю. Короче, сразу бежим в укрытие. Я понял. Это... Все. Сзади! Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Помоги! Не могу, может меня сейчас самого убьют. Меня тоже сейчас убьют. Ну опять! Ты бессмертный, что ли? Это как? О, мне еда плюс один. Лол. Да это нереально, они просто сразу убивают. Марк, мы просто не умереть хотя бы в этом... в серверной. Ну, в принципе, да. Я сейчас затупил, они меня со всех сторон кружили и убили. Я... Короче. Чё? Надо тупо. Просто аккуратно бежать. Чё я туплю? Сначала сидим там. Не сразу бежим прикрываться, а сначала сидим там внутри. Ой, ничего. Всё, сейчас главная задача не умереть. Чё? Я да, просто бежим сейчас с серверной. Просто беги, не останавливаясь. А я и бежал, не останавливаясь, они меня просто окружили. Ну ща я их наебу немного. Ты сам не терялся, что я добегаю, и мне даже ни разу не попадают. Все, я уже добежал. Я бежал, блядь. Я почти добежал. А они меня грохнули сразу. А где? А, вон там вот. О, теперь меня не грохнут. Ну, значит, этот дебил опять стреляет. Ой, блин. Надо сначала посидеть вон там вот, где мы появляемся. Назад, 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 бежу назад. Беги назад. Блин. Уйди оттуда. Сядь за ящик. А, он, хорошо, хотя бы вон туда. Они не будут респауниться? Будут. Или нет, не помню. Сейчас я за ящик сяду. Да тупой. О, все. Да, не пистолет. На. А, у меня те... Для тебя плохие новости, выше нас вертолет. И он стреляет в тебя. Шел вон. Идут, идет, по-моему, один. А, что делать? А то мы не можем. А, тут нельзя бежать. Блин, тут все заблокировано. Сверху аж бей. Сейчас, секунду. Заколебал летать вот. Марк, не иди туда, не иди. Бессмертный, что ли? Да. Не знаю, точно. Да, сука, опять этот дебил летает. Что он? Стой, у меня немножко бронь. А, нет, бронежилетов нету. Надо немножко бронежилетов. А, бронежилетов нету.
пошел вон. Сзади нас сейчас будут. Там двое приехали. И что? Ой-ой-ой, спину стреляют. Где? Чё? Я их убил уже. Не сиди. Чё? Оп, лови. О, а теперь можно в укрытие. Нам надо их перебить. Ага. Стой. Оп. Так, вон они. Они бегут к нам. Ты где? Ну-ка, петушок. Давай, иди сюда, петушок. На тебя. Минус два. Подожди, Марк, давай, мы прочистки. Ты сидь ты! А, держи гранату. Че, не хочешь гранату? Че ты меня через стену простреливаешь, а? Петушок. Соси свой гребешок. Ну пошел, умри. Ты че без... Чё, побежали, может? Подожди, стой. А вон там укрытие есть тоже. Пошли за него дальше, вон туда. Пошли за это укрытие. Пошли. Да садись! Господи. Минус. Сверху у нас дебилы только. Да давай, с вертолетом я этих убью сейчас. Минус. И второй месяц. Все, побежали! Бля, там два дауна! Два дауна, мать. Давай, давай! Пошли, 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 быстрей, быстрей, быстрей! Нам... Сука. Нам бы еще живыми добраться. Ага, мне бы его... Да залезь, туда лезь! Пожалуйста! Живи, у нас ноль жизни, я тебе напоминаю. Я тебе хочу напомнить, что не могу попасть на лестницу. Давай, все, хотя бы здесь остановимся сейчас. Я жду, пока ты сядешь. Нет, не остановишься. Давай. Быстрее. Ты издеваешься? Ну, ты стреляешь, кстати, в лопасть. Кек. Давай. Ой, наконец-то, блин. Ну, надеюсь, у нас чекпоинт есть. У тебя управление гранатами? Ой, ракетами? Нет, я вообще ничего не могу делать. А, правда? Да, у меня вообще у меня ничего не имеет. Полетели. Ну, знаешь, мы самое сложное прошли. Нет, не самое сложное. Кстати, я не помню. А мы что будем дальше делать? А, не, Avenger. А что, я не помню. Да... А, я вспомнил. Там, короче, вечная... Не. Мы еще пойдем это... Защищать. От нападения. Как называется там? Скажи, я скажу. Я не знаю. Короче, здание правительственное. Виноградники, что ли? А, ну стой, мы уже прилетели. Я думаю, еще дальше лететь. Нет. Ну, Марк, мы прошли подготовительные миссии. И уже хорошо. Знаешь, я вообще думал, что мы с тобой ничего не пройдем. Поэтому это вот тоже неплохо. У
Теперь сложная задача приземлиться. Да ладно. Сейчас тебе опять ничего не дадут, а мне дадут скринь. Да. Ну ты хрен. Опа. Будет 26к. Плюс 0. Плюс 2500 РП. Да, 2к, наверное, РП. И у меня целый 15 уровень какой-то. Да, а у меня опять деньги. Мне плюс 26к, так что не надо. А у тебя сейчас все равно сейчас нормально так денег дадут. Знаешь, мне... Слушай, что ты смотришь? А, ты помнишь эту загрузку-то? У меня откуда зрение повторится. Хватит зевать. А знаешь, это... 2017-2016 можем повторить. Бесконечно закрыть загрузку. Да, жизненно. Я хочу в PUBG. Нет, не хочешь. Хочу в PUBG. О, загрузились, слава богу. О, слушай, а сейчас прям быстро. А мы не дождались в прошлый раз. Да. Не, ну тогда было ему прям... Вы же взорвали мою машину, гений. Да это не я, это Ромчик. Ну что, да. Ну, сочувствую. Что могу сказать? О май гад. А это револьвер из Red Dead Redemption. Где? Вот. Так. Вот скажи, как вернуться в топ Ютуба? Вот никак. Поспорим, меня даже нету сейчас. Прямо в трансляции. Где твоя машина-то? Вот факт. Меня опять сбили. Тупой. Ну ему колесо прострелю. Он глупый? Он не хочет вылезать. Ну-ка вылезай. Он тупой или он не может понять, что он не может. А, вылез. Он сейчас будет. Тихо. Ты его сломал, алё. Зачем его убил? А чё, нельзя? О, баблишка. Да хоть ты его сбил. Я тебя ударю. Вот, а почему мне-то это звезду дали? За то, что ты его начал сбивать. Ничего подобного. Да попизди ещё. Честное слово. Отвечаю. Зуб даю. Ну, у меня крыс загрузка, а то умирай. Неохота, если честно, вообще как-то. Чувак проехал. Семерка шоу? Нет, тебе то, что за надо. Чтобы ты тоже видел это. Ну, мне придется все-таки тебя забрать, знаешь почему? А чтобы ты тоже видел эту заставку. Сколько мы уже стримим? 15 миллисекунд, да? Нет. А, пойду на самолет. 2 часа. А, начал прикол? Здесь такой Азлагор вышел. Азлагор? Да. А вон, а не, это Азгхалор. А не Азлагор. Азхалор. Ну реально Азлагор. А, здесь стоит, короче, самолет. Нормально так прям припаркован, поэтому я его взорву. А, точно, я хотел уже на вертолете забрать. Что есть? Вас выгнали из дела. Чё?
Ты охерел? То есть? Ты меня выгнал из дела. А чем ты в дом зашел? Ты меня пригласил, потому что... Я тебя не приглашал. А, это не ты был, что ли? Действительно. Лол. А я нажал просто по приколу, даже не видел ник. Бля. Точно, тебя же можно было просто в базу пригласить. Я забыл. Ты рак. Я забыл. Придется теперь обратно в базу лететь. О, наконец-то я вышел. Опа, вот это интересно. А, ну чё? Конечно, блядь. Мотик. Я уж хотел угнать. А, вот это трачило. Убить его, как думаешь? Ну, убей. Ах ты, сука. Он нейтральный китайец. Я сейчас с ним поеду. Ой, я мину оставил. Бля, я сбил. Давай, поехали, челик. Гудбай, пачаны. Знаешь, в меня стреляют копы, я только захожу на базу. Я вообще еду с челиком. Он мне какой-то везет. Зачем? Не знаю. Он везет тебе базу. Что-то мне пишут. А, меня вообще выкинуло. Найт даун. Марк, открой чат на стриме. Чё, блядь, чат открыт вообще-то на стриме, я тебя удивлю, челик. Вот, Марк, принимай приглашение. Нет. Ты бухал? Да. А ты не знал? Принимай, давай быстрее. Хороший черный экран. Марк. Что? А вот все. А ты где? А ты видел меня бегущего вокруг столба? Нет? Это и сало. Хватит зевать. Марк, пошли быстрее. Мне нужно MSDNK MU. Чё? Ну это тебе не понять. Это никто не поймет, кроме ништячка, который сидит с нами. Ты единственный человек. А, не единственный человек. Есть еще один человек, который тоже поймет. Да. Есть только два человека, которые поймут меня. О! Жирный Лестер. Это будущий Немезида. Угу. Ну, правда, только... Немезид будет еще тупее, ну ладно. И будет бомжом. Да, да. А чё он облепил свой ноут там? Скайп? А, ясно. Это... Ваш как называется? Президент? Министр? Что происходит? Кстати, у него Найс на рабочем столе фотка. Марк, я реально. Марк, смотри заставку. Я смотрю. А, короче, скинь мне ссылку на свой канал. Руфу.
Рофл. Ну давай, чё. Чё, ну сейчас будет конец света? Угу. Конец света. Точнее, первая, одна... Проще, одна вторая конца. Ясно. Мне это уже не нравится. Конец света будет во втором эпизоде. Так все-таки конец света или цвета? Света. Ну ладно. Точнее, судный день. Вот. Даже так. Ты молодец. Синоним нашел, ни хера. Нет, это просто перевел Doomsday. Опа. Ну, марки забираю себе 85%. Ага. А как это? Ладно, Марк, я тебе даже отдам все деньги. А, ну, практически все. Ага. Чтобы наконец не был бомжом. Нажми готов. Куда? Алло. Там у тебя внизу панелька написано, что делать. Готов. Кнопочка. А, ты. А он мне показывает, что? Да, блин. Я не могу нажать готов, потому что он мне показывает, сколько написано. Фиг с тобой. Мне насрать, чтобы. А, вот, теперь появилось. Так. Готов. Все. Да ладно. Ну это же GTA. О, это что за террорист? Что за террорист? Готов. Что мы еще будем делать? Летать на Луну? Практически. Будем штурмовать базу СУР вроде. Я думал базу одной запрещенной группировки в России. А ты, Марк, а знаешь против кого мы? Mm-hmm. Точнее, сначала против, а потом за. Ну. За русских. Ясно. Чем против русских. Здесь, короче, русских привязали. Ну, сочувствуем. А чё он сточил у неё? А, нет, есть. Это тебе пишут, Айденчик, или чё? Нет, нету, я уже выключил. А, ща, я тогда быстро его залезу. А, вот чел просит его разбанить, хорошо. Я не знаю, правда, за что бан получил. Что ты можешь писать в чат. По-моему, я тебя где-то уже видел, возможно, тебя кто-то забанил. Или, может, ты спамил, я не знаю. А, да, ты был забанен. Все, можешь писать в чат. Все, ты разбанен. О, 15-й левел, тек. Ну чё, завтра 12-часовой стрим? А может 24-часовой стрим? Ты же умрёшь, алё. Нет, если найти человека, который будет держать, тогда можно. Нет, если ты будешь сам все время стримить. Нет, я не выдержу. А потом будешь, это, речь произносить. Президента? Да. А, мы же баллотируемся, да. Причём, будем баллотироваться или нет? Ну да. Ну, надо, осталось подождать. Я сделал. Я это сделал небольшое сокращение пути, случайно. Ага. Ну, нам 20 лет, короче, осталось. Ага. Здорово всем, кто пришел. Екатерина, релиз. Ну, ребят, через 20 лет будем баллотироваться в президенты Российской Федерации. Ну, правда, не через 20 лет. Ну, если изменится срок правления, тогда примерно за 20. Если 6 лет так и останется, тогда это получается через... 27 лет, вот так. Пример. Как-то. Так. С того момента смотрю тебя, когда ты еще стримы делал, типа палю скайпы. Я хз за что тебя забанить. Не знаю. Да тебя модер мог какой-то забанить за что-то, за пиар или еще что-то. Например, я. Ну вот, например, вот этот человек. Я не знаю, я тебя реально не банил. Я мог забанить только если ты нарушил какие-то правила там. Писал фигню, там оскорблял или спамил. Ну, может, кто-то случайно забанил. Ну, да, это будем за вас голосовать, да, вы уже сможете, вам будет достаточно лет. И такой за всю Россию 40 голосов. За нас, знаешь, за нас такой 1%. Население. Это надо, чтобы явка была 100%. Что ты делаешь? Я бомблю. Не надо.
Президент, блядь, будущий. Вот он писюн. Да вообще. Что нам там надо сделать? Поднять пенсии, да? Увеличить заработную плату. Что нам еще надо сделать? А, сейчас не умереть. Кстати, почему у них везде одинаковые лифты? Чё-то стрим начал лагать странно. Сорян, пацан, не знаю что. А чё, их грохать? Они не наши, да? Нет, всех убивай. Только меня не попади. Вот скажи, какие здесь могут быть наши? Ну вдруг под это под прикрытием. Я не знаю. Да сучик. Тихо. Гов пуп где? Пуп потом будет. Может быть, если я выживу. Попадание в ногу. Это как он меня убил? Я хотел сесть. Я хотел сесть? Ну ладно. Его я с вами вместе GTA, да мы сейчас это. Вон овощная сучара. Это про Айденчика, тебе говорят, что овощная сучара. И ты писюн. А, я даже знаю, кто это говорит. И тебе пишут, что ты писюн еще. От релиза. Ладно, релиза я не знаю, но овощная сучара я знаю, кто это. А я тоже знаю, кто это, наверное, потому что я вижу, кто это пишет. А я знаю, потому что мне это недавно писали. Как это, не спалиться туториал? Да, у меня там долгая история. Да можно даже не рассказывать. У меня тоже долгая история. Почему не могу пробить стекло? МСДНК, НЮ. Пошел нахер, а. Да как так-то? Ты умер? Да они меня снова патроны убили. Подожди, а как мы а почему в прошлый раз я умер и мы сразу это? Или тебя тоже убили? Да. Откуда меня стреляют? Педика. Съел пледик. Педики, медведики. Иди нахер, алю. Ой, Настя. Алло, Лу, он падает, он. Хочешь прикол? Там бот падает и встает резко. Чего? Алло?